19 марта, выходной, и поехал в центр, на эту самую площадь Лафайет. Это уже назвал местное Пушкинское. Сейчас здесь по центру, как в Москве. Уезжал на Пушкинскую или пешком шел по Петровскому Страстному бульвару, потом на Пушкинскую, по улице Горького, в центр. Что там происходит? Ну что, здесь то же самое, здесь только несколько остановок на метро можно проехать. Это Дан Лорин, как, допустим, первого была квартира. С какого? С 82 по 95 год. Ну, значит, перестал. Okay.